Всем привет, друзья! С вами я, Арсений Кузнецов. Сегодня обзор кофе из моего ассортимента. Кения Мучагара AA. Это новый, очередной представитель африканского континента в ассортименте Gravitas кофе мытой обработки. Кения в представлении не нуждается, ее любят абсолютно все. АА – это аббревиатура в Кении, означает размер зерна и расшифровывается как Screen 18 и выше. Я оценил этот кофе на 85,75 балла по шкале СКА. Согласитесь, оценка просто шикарная. На станцию обработки Мучагара приносят ягоды 1221 фермер. Находится она в регионе Кириньяга на высоте от 1600 до 1800 метров над уровнем моря. Ягоды перед депульпацией вручную перебирают, далее промывают в бассейнах с водой, откуда убирают все всплывшие ягоды. Ферментация длится всю ночь, после чего зерно промывают и сортируют. Сушка происходит на африканских кроватях в течение 14-20 дней. Кофе степени обжарки под фильтр, что означает, он подходит для большинства домашних способов приготовления кофе, начиная с турки и гейзерной кофеварки, заканчивая различными вариантами фильтр кофе. Букет вкуса этого кофе в общем можно описать как красные ягоды. Это основной дескриптор, в частности, красная смородина. В описании этого кофе у меня также значится томат. Согласитесь, не самый привычный оттенок в кофе. Некоторые даже считают его негативным, но только не я. Я вкладываю этот томат именно в сладкий помидор, вкус которого настолько сладкий, что почти клубничный. Такие томаты я просто обожаю. У кофе средняя сладость, кислотность выше среднего, а горечь низкая. Кофе подойдет именно фанатам кислотности в кофе. Вкус очень яркий и интенсивный. А разновидности арабики можно сказать классические, кенийские, SL28, SL34, Batian, Ruiru 11. Подробности описывать я не буду, слишком сложно в формате обзора кофе, просто рекомендую вам обратить на это внимание. Обжарка кофе для Кении всегда интенсивная, быстрая, кофе очень богат кислотами, и при написании профилей обжарки моя цель подчеркнуть эту кислотность. Я завариваю этот кофе стандартным способом, воронка V60, классический рецепт 15 грамм кофе на 250 мл воды. Таким образом, получая максимально стабильный, прогнозируемый результат, советую вам начинать с него. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и свои вопросы. Напоминаю, что кофе из выпуска можно заказать по ссылке в описании. Удачи, любители кофе! Всем пока!